Пришла Саша ко мне сегодня. Говорит, Филин третий день ничего не ест. Может быть, ему плохо. Надо его проверить. Чтобы вы понимали, Филин... Ногами не дерись. У Филина киля нет. Филин просто ожиревший в край. А еду, которую ему приносят, он просто головы отгрызает. И все остальное бросает. Да? Умираешь от голода, я полагаю. Перья плохие. Перьев нет. Летать не на чем. Летать не на чем. Нам сказали, что вроде как в прошлом году он был молодой, поэтому ему и не положено было линять. Вроде как должен в этом году пролинять. Вот. Упитанность у птиц определяется только по килю. То есть то, что вы там видите круглую птицу на морозе, это не значит, что она толстая. Вот. То есть, чтобы посмотреть упитанность, надо вот так вот перья здесь раздвинуть. Я просто делаю это все одной рукой, поэтому это все не очень удобно. Можно там, в принципе, водичкой побрызгать. Вот здесь у птиц идет косточка такая вдоль всего туловища. Она вот так вот проходит, вот так вот. Истощение – это когда вы за эту косточку вот так вот можете пальцами взяться. Вот я ее сейчас как бы не могу взять руками, то есть, ну, он еще просто пуховый очень, поэтому совы в этом плане сложные. Совы, чайки, вот такие вот птицы. Вот, но, грубо говоря, вот сейчас я докопаюсь, может быть. Докопаюсь. Ну, короче, киль, вот он где-то вот тут вот. Вот эта косточка проходит. Вот. Ну вот, как бы она абсолютно не выступает у него. Абсолютно не выступает. А, я знаю, что ты меня ненавидишь. Но я не могла, понимаешь, как бы все сказали, что тебе плохо, поэтому мне пришлось пойти проверить, что это не так. Филинская попа. Филинские ноги. Попа чистая. Будешь себя плохо вести, я тебя опять на прием к ветеринару повезу. Ты понял меня? Понял? Сова. Иди. Иди. Можно ненавидеть меня издали. Теперь. Мне кажется, переносок становится меньше, но, может быть, мне только так кажется. И хочется так думать. Я обожаю плановые обработки в вольерах. Обожаю инициативных волонтеров, которые загоняют меня. Не было, не при. Почему ты бросила мою куртку? Ну, от Лизы, конечно, инициатива не исходила, но от Маши инициатива исходила, и меня сюда загнали буквально пинками. Вот. И... Подожди, без «и». Не надо. Так! Егор, тебя не пора вести, нет?
Тебя не пора везти на вокзал? Ну что, вы все вывалились? Вы вывалились на улицу? Мама, а как обратно? Как вывалились, так и ввалитесь. Иначе никак. Алёшенька, знаешь, почему я тебя не выпускаю? Потому что у тебя нет шансов, Алёшенька. Драться можно только через решетку. Угу. Правда, и за курами ухаживать можно только через решетку. Поставила кормушечку сейчас на улице побольше. На возвышение, чтобы куры не дотягивались. Воу! Короче, заглядывать в домик нельзя. Иначе налетает злая Скади и убивает меня. Птица, которая просто заколебала меня во время лечения. Вот, немножко разлетается в вольере, пойдет под выпуск. Бадабумс. Нет, выйти нельзя. Истерить можно исключительно в вольере. У тебя там даже есть еще один друг. Такой же певчий дрозд, как ты. Лёша, ты везешь ее в умиральную яму? На корм везем. На корм воронам? Воронам. Ой, назад маленько откинься. Мора тоже любит позировать. Хорошая тачка. Собаки, выводите из кадра. Так, это мусор, почему вы здесь едите? Юху! Нет, дверь снимает просто голубей. Ну красиво же! Это наши голуби. Ой, смотри, обратно полетели. Oh.